слишком избалованы жизнью, чтобы ценить вещи повседневные и оттого незаметные. Мы называли себя хозяевами этого мира, но переделывали его под себя. Но когда начали понимать, что творим, было уже слишком поздно. Продан! Моя жизнь уже давно спряталась в этих стенах. Я стал узником этого подземелья. Все здесь привыкло ко мне. Даже твари, кажется, смирились с моим присутствием. Все здесь принадлежит одному человеку. Его фамилия Зиновский. И эти лаборатории, и ты, и ключи. Как бы мы ни называли свалку, это всего-навсего тюрьма. И все авторитеты